родители Жанны Фриски подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева. Предметом разбирательств враждующих сторон стала любимая квартира Жанны Фриски. Отец и мать певицы требуют запретить Шепелеву распоряжаться долей его сына Платона. Речь идет про 90 квадратных метров в Шмитовском проезде, с любовью обставленные звездой при жизни. Телеведущему, а точнее его с Жанной 7-летнему сыну Платону, принадлежит 1/3 в этих апартаментах. Из-за настойчивости Владимира Борисовича производство по этому делу возбудили аж в 2 районных судах, в Пресненском и Хамовническом. Сначала в обоих заявления от родителей Фриски не приняли, однако в первый адвокатам удалось донести необходимые документы, а во второй материалы вернули после апелляции в Московском городском суде. Почти одновременно с исковым заявлением, телеведущий получил от супругов Фриски уведомление о том, что свои 2/3 квартиры они собираются продать. Первым делом, по закону, они предложили выкупить их совладельцу жилья, то есть внуку Платону, представителем которого является Шепелев. Причем цену явно завысили, попросив за долю 21 миллион, при кадастровой стоимости всех апартаментов – 23 миллиона рублей. А совсем недавно недвижимость планировалось оставить нетронутой до совершеннолетия мальчика и тогда передать в его полное распоряжение. Дмитрий, которому сейчас совсем не до судебных разборок, однако тоже планирует до конца отстаивать свои права. В ближайшее время он подаст жалобу в Верховный суд.